أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. Всевышний Аллах говорит: когда могилы перевернутся, это произойдет в судный день. Могилы перевернутся, придут в движение, и из них выйдут те, кто в них находился. Как сказал Всевышний Аллах, потом Он позовет вас всего один раз, и вы выйдете из могил. Все выйдут. Выйдут все из своих могил на землю сбора. На землю, которую они увидят в первый раз. В первый раз вступят на нее. Как же выглядит эта земля? Земля сбора. Махшара. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится в Сахихе Муслима. В судный день люди будут собраны на белой земле цвета пыли. Она подобна чистому диску. Это равнина. Раньше по ней никто не ходил. Она плоская и круглая, чистая, без примесей. Это земля, где никто никогда не ослушался Аллаха. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, завершая этот хадис, «И нет на ней каких-либо неровностей ни для кого. Неровности могут быть природными, как горы или возвышенности, или же они сделаны человеком, как дома. И в той долине нет ни гор, ни возвышенностей, ни домов, ничего. Нет никаких знаков ни для кого. Это абсолютно ровная земля. Там нельзя сказать, встретимся там-то или там, где такой-то знак. Земля плоская, и на ней нет никаких опознавательных знаков. Как люди будут собраны в судный день? Говоря точнее, как мы с тобой будем собраны среди остальных людей? Прочувствуй, в каком положении мы окажемся. Всевышний Аллах говорит, в тот день люди будут подобны рассеянным мотылькам, то есть неорганизованным мотылькам или бабочкам. Одни из них летят на других беспорядочно. Люди также будут неорганизованными, будут ходить направо и налево, не придерживаясь какого-то определенного направления, до тех пор, пока их не призовет глашатай. Это будет Исрафиль. Всевышний Аллах говорит, отвернись же от них в тот день, когда глашатай призовет к неприятной вещи, они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча. То есть из состояния мотыльков они перешли к саранче. Саранча будет ходить организованно и целенаправленно. В тот момент Исрафиль, глашатай, призовет их, и они пойдут организованно, хотя до этого ходили хаотично. Всевышний Аллах говорит, в тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед милостивым будут смиренны. Представь себе, все люди собраны, весь мир, и их голоса перед милостивым будут смиренны. И ты услышишь только что? И ты услышишь только тихие звуки. Звуки. Ты услышишь только тихие звуки. Абсолютная тишина. Миллиарды людей, но при этом тишина. Они тихо стоят, и ты услышишь от них только тихие звуки. Настолько великой будет эта картина в судный день. Ученые даже описали эти тихие звуки, сказав, что это будут звуки их шагов, когда они будут ходить по земле Махшара, сбора. Ты услышишь только тихие звуки их шагов. Ты не услышишь ни слов, ничего. Итак, как будут собраны люди? В чем они будут одеты? В каком положении они будут? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится в Сахихе Муслима. В судный день люди будут собраны босыми, то есть у них не будет ни сандалий, ни другой обуви, ногими, у них не будет одежды. Представь себе, что все люди будут собраны там без одежды. Все будут ногими, босыми, ногими, необрезанными. Они вернулись к тому состоянию, как их создал Всевышний Аллах.
они будут необрезанными. Аиша спросила: «О посланник Аллаха, неужели мужчины и женщины окажутся вместе и будут смотреть друг на друга? Ведь если люди будут собраны нагими, конечно, они будут смотреть друг на друга». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Аиша, им будет слишком тяжело, чтобы думать об этом. Люди просто не смогут смотреть друг на друга из-за величия того положения и от ужасов, которые будут происходить в тот день. В судный день люди будут воскрешены на своих делах, на своих деяниях, которыми они завершили свою мирскую жизнь». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в Сахихе Муслима: «Каждый раб Аллаха будет воскрешен в том состоянии, в каком он умер». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, также говорит: «Если Аллах пожелает наказать какой-то народ, беда постигнет всех, кто будет среди них, а затем они будут воскрешены по своим делам. Спроси себя, каким ты хочешь, чтобы был твой конец. На том, что было в конце жизни человека, он и будет воскрешен. Среди людей будут те, кто восстанет в судный день, произнося тальбию. Другие будут воскрешены читающими азан. Третьи будут воскрешены в положении суджуда, земного поклона. Четвертые будут воскрешены в судный день постящимися и читающими Коран. Также будут и те, кто в судный день воскреснет, и да упасет нас от этого Аллах, совершая прелюбодеяние или употребляя алкоголь. На каком деле ты хотел бы быть воскрешенным? Задавай себе этот вопрос ежедневно. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Хорошо, в каком положении люди будут в судный день, когда воскреснут? Всевышний Аллах говорит: «Предупреди их о приближающемся дне, когда сердца подступят к горлу, и они будут опечалены». Сердца подступили к горлу от страха и ужаса. О Аллах! Где вся их мощь? Где их власть? Сколько людей при жизни гордились и чинили несправедливость ради высокого положения или денег, или чего-либо другого? Они вели себя надменно и жестоко. И где они сейчас? Сердца подступят к горлу, они будут молчать и будут опечалены. Куда делась вся их власть? Всевышний Аллах говорит: «Не будет у беззаконников ни любящего родственника, ни заступника, которому подчиняются. У них не будет никого, кто бы помогал им или подчинялся им. Они оказались в одиночестве, сами по себе. Все, они начали бояться». Всевышний Аллах говорит: «Ты увидишь все общины коленопреклоненными. Все общины встанут на колени. Каждую общину призовут к ее писанию, книге Деяний. Сегодня вам воздастся за то, что вы совершали. Это будет день воздаяния. Это день расчета. От страха люди падут на колени. Говорили, что когда приведут ад, огненную гиену, не останется никого, кто бы не рухнул на колени. Ты увидишь все общины коленопреклоненными. Из-за величия этого дня, как сказал Всевышний Аллах, в тот день беззаконник станет кусать. Кусать что? Палец? Два пальца? Руку? Нет, свои руки. Он будет кусать обе свои руки из-за ужаса всей этой ситуации и скажет: «Лучше бы я последовал путем посланника. О, если бы я последовал за посланником! О, если бы я уверовал в Аллаха! О, если бы я делал то, что должен был делать!» Посмотри, субханаллах, на горе и сожаление в тот день. Всевышний Аллах говорит: «Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказались в убытке. Когда же внезапно для них настанет час, взгляни на них, субханаллах, после всей этой долгой жизни, час настал для них внезапно. Они не были готовы к нему, они не готовились к тому дню, умерли, затем были воскрешены, но они были не готовы. Для них этот час наступил внезапно. Что же они тогда скажут? Они скажут: «Горе нам за то, что мы упустили там». Это горе и сожаление за то, что они не использовали свою мирскую жизнь для поклонения Всевышнему Аллаху и повиновения Ему, чтобы в судный день оказаться в безопасности. Горе нам за то, что мы упустили там. Что же они делали в дунии? Грехи, прегрешения. И каким же будет воздаяние? Они понесут свои ноши на спинах. Как же скверно то, что они понесут. Грехи и ослушание Аллаха они понесут на своих спинах. Есть люди, которые грешат каждый час или два. Каждый день. Грехи, грехи, грехи. Хорошо. Если человек достигнет 30 лет, 40, 50, сколько у него накопится грехов? Можно ли представить, что он понесет их всех на своей спине? Они понесут свои ноши на спинах. Прежде чем совершить какой-то грех, спроси себя, готов ли я понести его на своей спине в судный день или нет. В тот день, когда наступит час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле всего лишь один час. Когда наступает судный день, они скажут: «Клянемся Аллахом, мы провели там всего час. Клянемся Аллахом, мы жили мало.
Клянемся Аллахом, у нас не было шанса исправиться. Таким же образом они были отвращены от истины. Это все ложь и клевета. Они просто не готовились к этому дню. Жили долгую жизнь. И какой у них довод? Что они пробыли на земле всего лишь один час. Поэтому Всевышний Аллах говорит, в тот день, когда наступит час, грешники придут в отчаяние. Несправедливые тираны и люди, которые не повиновались Аллаху. Все грешники придут в отчаяние. Из-за чего? Из-за того, что их аргументы не будут приняты. И не будет оправдания ни для кого, кто не подготовился к этому дню. Судный день — это день, когда люди разделятся. Всевышний Аллах говорит, в тот день человек бросит. От кого убежит человек? От своего врага? В тот день человек бросит своего брата, своего родного брата, свою мать, мать, которая вынашивала его 9 месяцев, и потом родила его, и своего отца, отца, который заботился о нем, свою жену и своих сыновей. Он будет бежать даже от собственных детей. Почему? Ибо у каждого человека своих забот будет сполна. От ужасов судного дня, от того, насколько это все будет тяжело, в тот великий день все будут заняты собой. Каждый будет думать о себе, ибо у каждого человека своих забот будет сполна. Они будут убегать друг от друга до такой степени. Ты даже пойдешь к своей матери, от матери, которая готова отдать свою жизнь ради тебя, только чтобы ты жил, чтобы у тебя все было хорошо. Ты попросишь у нее благое дело, одно благое дело. «Мать моя, ты никогда не обижала меня, выполняла все мои нужды. В этот день я прошу тебя дать мне одно свое благое дело. Благое дело, хасанат, который мне поможет перед Всевышним Аллахом. Но она не отдаст тебе свой хасанат и сама будет просить его у тебя. И ты побежишь от нее, а она от тебя. В тот день никого не будет рядом с тобой. Люди будут убегать друг от друга. Каждый будет занят своими делами. Помочь себе сможешь только ты сам и твои дела. Что ты сделал? Что ты подготовил к этому дню? Всевышний Аллах говорит, в тот день они, то есть творение, разделятся. Они разделятся и убегут друг от друга. Также в тот день они разделятся в том плане, что Всевышний Аллах отделит верующих от неверующих, отделит счастливых от несчастных. Одни окажутся по правую сторону, а другие — по левую. Не все они жили в дунии одинаково. Были те, кто поклонялся своему Господу, повиновался своему Господу, и те, кто ослушивался своего Господа и не верил в своего Господа. Есть различия. И в тот день они разделятся. Всевышний Аллах говорит, в тот день, когда одни лица побелеют, я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из числа тех людей, их лица побелеют и озарятся светом. Светом чего? Светом покорности, светом поклонения Всевышнему Аллаху. В тот день, когда одни лица побелеют, а другие почернеют. Да упасет нас Аллах, лица тех, кто не верил в своего Господа и отдалился от Всевышнего Аллаха, почернеют от мрака грехов и ослушания. Всевышний Аллах говорит, посмотри на разницу между первыми и вторыми. В тот день одни лица будут сиять, они будут сияющими и освещенными, будут смеяться и ликовать. На их лицах свет, они смеются, улыбаются и радуются. И с другой, противоположной стороны, как говорит Всевышний Аллах, на других же лицах в тот день будет прах, покрывающий их мраком. Это будут неверующие грешники. Это и есть разница между обладателями веры, чьи лица будут освещенными, и между кафирами и грешниками, чьи лица помрачнеют, будут черными и покрытыми прахом. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из тех, кто окажется по правую сторону, из тех, чьи лица осветятся в судный день. На следующей серии мы поговорим об ужасах судного дня. Что произойдет с небесами, с землей, с горами, со звездами, с солнцем и луной. Также мы поговорим о том, как придет Господь святу на велик. И Аллах знает лучше, и да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. لما خلقوا لما غفلوا ونام